Я вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Ми продовжуємо працювати в умовах воєнного стану. В той же час це не заважає нам знаходити цікавих гостей. І сьогодні ми будемо спілкуватися з дуже цікавою людиною, відомою точно на всьому пострадянському просторі. Це Костянтин Боровий, відомий російський політичний громадський діяч, як депутат Держдуми. Вітаю вас, пане Костянтине. Здравствуйте. Первый вопрос, ну, наверное, наиболее логичный. Конечно, мы сегодня будем говорить во многом про войну, про внутреннюю ситуацию в Российской Федерации. Какие у вас вот были первые мысли, когда вы узнали, я скажу нашим зрителям, что Константин проживает с 2014 года в Соединенных Штатах. Вот. Скажите, какие у вас были первые мысли, когда вы узнали, что Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию суверенной Украины? Ну, я знал о том, что этому вторжению предшествовали переговоры с американцами, и когда они предложили политическое убежище Владимиру Зеленскому, стало понятным, что они считают, что Украина потерпит поражение, и готовятся к ситуации, ну вот, полного захвата Украины. Это было, ну, как-то неприемлемо для меня. Вот. И меня очень волновала эта ситуация. Я начал выступать, давать интервью, и я думаю, что вот это давление, что ли, на американскую администрацию, оно изменило несколько ситуацию. Теперь администрация уже не в такой степени в договорных отношениях с Путиным, как это было в начале войны. Ну, а вот эмоционально, как вы это восприняли, что вот уже действительно идет война между Россией и Украиной? Ну, я могу себе позволить смотреть на эту ситуацию со стороны. Я в Соединенных Штатах, режим Путина – это тот режим, который, ну, вынудил меня оставить Россию, страну, в которой я прожил 70 лет, под угрозой убийства. Поэтому никаких иллюзий относительно сегодняшнего режима в России у меня нету. Это преступный режим, и я как аналитик, как политический эксперт говорил о том, что нет преступления, на которое бы Путин и Кремль вообще не пошел бы, если от этого зависит сохранение власти. То есть любое преступление для Кремля допустимо. Как вы относитесь к той инициативе, чтобы признать нынешнюю путинскую Россию государством-террористом? Это правильная инициатива, но администрация в Соединенных Штатах сдерживает эту инициативу, и это инициатива двухпартийная, республиканцев и демократов. Вот госсекретарь сделал недавно заявление, что это помешает дипломатической работе. То есть получается, что государственные решения могут помешать работе дипломатов, а не наоборот. Наоборот, было бы правильнее, что дипломатия выполняет функции, помогает государству. Там проблема, понимаете, как перед, значит, появлением Джо Байдена в Белом доме, перед инаугурацией действовали санкции, которые предполагали вторичные санкции по поводу вот «Северного потока-2». Вторичные санкции – это то, что останавливало
американские, немецкие компании, европейские компании от того, чтобы участвовать в этом строительстве. Как только Байден пришел в Белый дом, произошла инаугурация, а вторичные санкции были немедленно отменены, и немецкие компании получили возможность участвовать в этом проекте, и американские. И сегодня, конечно, необходимо остановить сотрудничество бизнеса с преступным режимом московским. Вот. Но администрация Белого дома по разным причинам не готова к этому. Давайте немножко поговорим о том, что происходит внутри политического процесса в Российской Федерации. Вы, как человек, много лет причастны, собственно, к этому политическому процессу, уверен, очень детально можете об этом рассказать. Вот как вы считаете, вот эта война, станет ли она, по сути, концом для путинского режима? И если будет свергнут путинский режим, видите ли вы какую-то более-менее адекватную кандидатуру, кто может занять его место? Понимаете, проблема ведь не в кандидатуре. Кандидатура может быть любой. Кандидатура может быть, как нам показывает пример, прекрасный пример Украины, может быть даже артист. Вот, и из этого артиста получился прекрасный, сильный президент, твердый, стойкий. Я и Валерия Ильинична Новодворская, мы говорим о начале процесса дезинтеграции уже давно. По существу ведь это продолжение того процесса дезинтеграции Советской империи, который начался в 91 году. Огромный кусок этой бывшей империи Россия пытался воссоздать себя в качестве империи. Это самоубийство. И когда стало ясно в 2003 году, что Путин начинает восстанавливать империю, стало также ясно, что эта империя должна распасться, как распался Советский Союз, что недораспавшиеся части империи все-таки распадутся. Вот в этом у меня не было никаких сомнений никогда. Сейчас очень много признаков того, и это, безусловно, связано с войной. Этот процесс усугубляет, приближает распад, но он связан с другими процессами, более тесно, с экономической невыживаемостью вот этого государственного устройства имперского. Империи почти все распались в прошлом веке. Французская, британская, немецкая, голландская, португальская, испанская. Это неэффективный способ управления существованием государства. И то, что Путин пытается вот реанимировать этот Советский Союз или Российскую империю, это проигрышный сценарий. Он заканчивается распадом России. Вот скажите, вы говорите о процессе дезинтеграции, да? В каких вы границах видите ту Россию, которая может стать цивилизованной и жизнеспособной и не будет постоянной угрозой своим соседям? Ну, это должно быть небольшое государство, компактное, демократическое, неядерное. Ядерный статус очень опасен для империи, особенно для такой злобной империи, вот, в которую превратилась Россия. Вот. Я думаю, что на территории России образуется больше десятка государств.
а некоторые из них будут называться Россией или претендовать на название Россия, скажем, в южных регионах России очень сильны имперские националистические настроения. Так что вот эти кусочки, они будут пытаться сохранить имперские настроения. И чем опасен вот тот переходной период, который возникнет в период распада, он опасен, ну, во-первых, наличием ядерного оружия, которое вдруг окажется в руках, ну, просто бандитов, а во-вторых, конфликтами между разными частями этой империи. Разные части империи будут стараться объединить вокруг себя другие независимые государства. Начнется период конфликтов. Вот. Очень опасный. Опасный, кстати говоря, не только для России и ее соседей, но и для всего мира. Да, действительно тяжело представить, чтобы какой-то условный местный Захарченко или Пушилин имел кнопку к запуску ядерного оружия. Это обезьяна с гранатой в мировых масштабах. Да, к сожалению, печально это все наблюдать, но я надеюсь, что процесс все-таки будет неизбежным. Давайте поговорим немножко о российской оппозиции или так называемой российской оппозиции. Тут уже кто как это оценивает. Скажите, есть ли вообще вот в современной России в рамках нынешней системы оппозиция? И как вы относитесь к так называемому антивоенному комитету? Оппозиция существует. Оппозиция – это же ведь часть граждан, которые не поддерживают режим. Она не структурирована, не объединена. Это оппозиция усилиями Кремля, внедрением в российскую оппозицию националистов, имперцев, коммунистов, имперцев. Оппозиция структурно разрушена. В этом заслуга националистов и таких людей, как Навальный. Это направленная работа. Мы еще в 2010 году с Валерией Ильиничной Новодворской предупреждали, что внедрение в оппозицию имперских сил просто разрушит ее. Оппозиции не существует сегодня структурно. Существует зато созданный Кремлем и ФСБ лидер оппозиции. Алексей Навальный, во всяком случае, они очень активно его продолжают продвигать. Это к оппозиции не имеет никакого отношения. Это игры с гражданами России. Игры довольно сложные, довольно изощренные. Вот. Но, тем не менее, оппозиционные настроения есть. И вы знаете, что против войны выступают многие граждане России. И много митингов было организовано. И тысячи людей были арестованы и оштрафованы за эти митинги. То есть сопротивление есть. Вот. Но оно, конечно, недостаточно, но в условиях, когда оппозиция структурно разрушена, в общем, было бы странно ожидать какие-то такие осознанные действия, как это было раньше, когда разные политические партии объединялись и проводили митинги там на проспекте Сахарова, проводили шествия по Бульварному кольцу. Сейчас это невозможно, оппозиция ликвидирована. Константин Натанович, скажите, какой вы видите Украину после войны? Ну, это самое большое государство европейское. Я думаю, что вот эти активные действия Украины по защите
себя, своей территории, на самом деле по защите других европейских государств. Превратили Украину в функционально, в такого защитника, который не только говорит о демократии, но и предпринимает серьезные усилия. Сейчас вот эти разговоры насчет того, что будет Украина членом НАТО или не будет. Сегодня сама Украина и является НАТО защитником европейского континента, но и не только. И сегодня начало формироваться такое восточноевропейское НАТО, куда входит Украина, Польша, страны Балтии, Великобритания. И это действительно действующий инструмент демократических государств Запада. И во главе этого процесса идет Украина. Украина в задаче защиты демократии в Европе и в мире продвинулась значительно дальше, чем те, кто сегодня продолжают настаивать на переговорах с Путиным, на уступках Путину. Вот я восхищаюсь нынешней Украиной. Такой вот еще у меня интересно услышать такой вопрос. Вот интересно услышать мнение как раз человека, который связан с Российской Федерацией, с российским политическим процессом был много лет. У нас сейчас в Украине активно обсуждаются вопросы дерусификации, то есть в частности вот у нас в Одессе. Речь идет не только о демонтаже, например, памятника Екатерине II, а и в частности переименовании улиц там Пушкинской, в общем, российских известных деятелей культуры. То есть мотивируется это как? Да, безусловно, Пушкин не виноват в том, что Путин вторгся в Украину. Просто Путин вот таким образом маркирует территории. Здесь слушают русскую музыку, читают русских классиков, значит, это наша территория. И поэтому от этого нужно избавляться. Как вы считаете, в принципе, имеет этот процесс свою логику? Правильный ли он? Я считаю, что это правильный процесс. Вы абсолютно правы, что маркеры должны быть, имперские маркеры должны быть удалены. Ведь вот эти памятники солдату-победителю, советскому солдату-победителю, это были маркеры Советской империи. Очень ясные, которые говорили о том, кто освободил эту территорию и кому она принадлежит. То, что касается культуры, деятелей культуры, я считаю, что здесь Украина пошла чуть дальше, чем необходимо. Отмена культуры, борьба с явлениями культуры вот в этих условиях наносит ущерб имиджу Украины, наносит ущерб культурной среде Украины. Борьба за украинский язык – очень важная составляющая борьбы за национальную идентичность. Но борьба с любой другой культурой, отмена этой культуры ну, это ошибка, мне кажется. Тем более, что несколько поколений изучали это явление, эту культуру, высоко ее ценят. Для них это, ну, ущерб, серьезный ущерб. Вот. Но понимаете, как Путин в такой степени нанес ущерб и гражданам России, имиджу России, и культуре России, что, ну, мне во всяком случае понятно это желание отмены культуры. Это способ самозащиты народа Украины и государства. Это во всяком случае понятно. Я думаю, что со временем этот процесс пройдет,
Но сегодня в условиях противостояния с Россией он, тем не менее, выполняет какую-то позитивную роль. Пане Костянтине, я вам щиро дякую за цікаве інтерв'ю. Дякую, що знайшли час і увімкнулися до нас в ефір. Спасибо вам. Я також дякую нашим телеглядачам. Залишайтеся з репортером. З нами завжди цікаво.